Всем привет, с вами канал Life Таро Надежда. У меня сегодня колода Таро Маленького Принца. Мы с вами посмотрим вас и вашего партнера. Чему быть, того не миновать. То, что написано в ваших жизнях, то, что написано в ваших судьбах. Давайте посмотрим. Начнем, конечно же, с сигнификации, что происходит сейчас, на данный момент. И уже дальше саму тему нашего расклада. Так. Из-за манипуляций, из-за желаний одного человека, вот я хочу, чтобы было, по-моему, я хочу, чтобы было так, как я сказала, здесь все и разрушилось. То есть здесь один человек прыгал вокруг другого, а второй только брал и, ну, и рад стараться, да, ты мне даешь, и пожалуйста. Но когда здесь просьбы начались в обратную сторону, а ты что, да, а что будет дальше? Вот тогда здесь и началось самое непонятное. То есть здесь партнер стал отказываться от обещаний, ты, в принципе, здесь начал сливаться, потому что он привык брать все для себя, да, вот грести все под себя, а когда ситуация изменилась, правила и игры начали меняться, здесь, соответственно, все рушилось. И таким образом здесь что мы можем четко видеть, что эгоизм такой вот вовремя незамеченный всегда приводит к тому, что потом ты начинаешь хвататься за голову и начинаешь думать, как произошло, когда произошло. Многое здесь просто было позволено, да, а может быть, сам поймет, а может быть, исправится, а может быть, не кажется. Но видите, стечение событий, да, вот финишная некая точка, пусть промежуточная, но тем не менее, вы ее сейчас наблюдаете, да, вот как повернулись отношения, если не обращать внимания. Отношения, безусловно, здесь будут меняться. И карта башни, и карта смерти в любом случае говорят о трансформации, о изменении, что прошлого уже не будет, дверь в прошлое в ваших отношениях уже закрыта. И, соответственно, здесь два будет конкретных варианта. Либо вы с загаданным партнером что-то меняете, и можно дальше эти отношения выстраивать, либо не получается, и оба в разные стороны, да, ты налево, ты направо, ну и до свидания. Здесь есть шанс, как построить отношения. Также есть 50% того, что эти отношения не восстановятся, потому что договориться не получится. В любом случае мы смотрим, то есть мы уже четко понимаем, что вот что в вашей жизни будет, в ваших судьбах, здесь 50 на 50, да, ровно половину того, что да, все будет и все получится, и вторая половина говорит, что нет, не получится, потому что если отношения продолжать все так же, как это было раньше, а новый итог, такой же, который вы получали, он снова наступит. Поэтому здесь пересмотр и своего отношения, здесь нужно пересмотр и позиции, и партнеры, здесь нужны договоры, здесь нужны, хотела сказать, ультиматумы, не здесь компромиссу нужны. Ультиматумы здесь были, но видите, здесь не получилось, потому что один из партнеров считал, что мне все можно, мне все положено, и, собственно, почему бы не продолжать. Но видите, все держалось на терпении другого партнера, когда психанул другой партнер, и все, собственно, все сломалось. В отношениях много страсти было, в отношениях здесь было много соблазнов. Много планов строила пара. Ну, а по большей части здесь, видите, здесь все было на обещание, потому что мужчина, я теперь понимаю, кто здесь манипулятор, потому что король Пентаклей всегда нам скажет, я сижу на своем месте, я только коплю, я приумножаю, тратить я особо ничего не собираюсь, сильно вкладываться не буду, потому что мое состояние тогда уменьшится, пострадает. Соответственно, вот, пожалуйста, к моим ногам вы все несите, я за все буду благодарен, но меня, пожалуйста, не просите. Я и есть, я король. Хотя обещать этот партнер мог много, потому что благодаря неким обещаниям ему открывались какие-то преференции, какие-то блага с вашей стороны проливались на него таким вот щедрым дождем, а он и рад стараться. Для него самое важное его спокойствие, для него самое важное, чтобы его не трогали, не заставляли, что если он что-то делает, то не стоит здесь ему вставлять палки в колеса, потому что он в этой жизни готов получать удовольствие, он считает, что он в этой жизни уже все, кому нужно, он все всем сделал, и теперь особо здесь не разбежится. Не он будет меняться, вот его позиция, а все вокруг меняйтесь. Ну вот и получилось, да, что здесь некий такой вот эгоист,
Здесь человек, который самодовольный, и вдруг к нему здесь обратились все-таки, да, дорогой, у нас все-таки отношения, не только я должна вкладываться, но и ты, пожалуйста, будь тоже добр. А он говорит, ну, как-то нет, но раньше же все это работало, раньше между нами все было хорошо, а сейчас что, а сейчас что, а сейчас женщина тоже, она устала, женщина тоже не хочет игру в одни ворота. Ну, такая вот ситуация. Давайте будем смотреть, чему быть того не виновать, что вас ждет, что написано в ваших жизнях с этим партнером. Итак, ваше будущее с ним. Что ждет? Ну, здесь продолжение отношений ждет, потому что, посмотрите, здесь колесница. То есть даже если, кажется, уже был когда-то последний разговор, была поставлена последняя точка, а здесь как-то очень так ярко все было поставлено, здесь можно считать, что здесь мосты сожжены, вот, но, видимо, есть еще лодки, лодочники, их никто не трогал. Поэтому здесь колесница, и здесь еще отношения будут продолжаться. Как минимум здесь будет разговор, как минимум здесь будет встреча, как минимум здесь будет попытка еще договориться, и это не зря. И это не удивительно, потому что мы четко здесь понимаем, что здесь отношения 50 на 50. То есть, насколько вы дальше умело будете управлять вашей повозкой, вашей колесницей, а здесь вдвоем придется брать поводья, вот здесь вот должна быть полная синхронность, от того и будет зависеть то, что вы дальше будете получать в этих отношениях. Удовольствие, либо наоборот. Что еще? Конечно, здесь будет высока роль женщины, вот ее мудрость, ее гибкость, ее в каких-то моментах настойчивость. Давайте спросим, мужчина, который эгоист такой закоренелый, он готов будет меняться? Он, девочки, готов, но смотрите, здесь скоропостижных изменений ждать не стоит, потому что семерка пентаклей – это всегда карта ожидания. Это карта ожидания урожая. И тот, кто готов ждать, тот, кто терпеливый, тот обязательно получит этот заветный урожай. И здесь не будет, то есть все, он сейчас придет, там мы поговорим, он все поймет, и он помирится. Здесь нежная, мягкая, но в то же время властная рука женщины, она... Женская мудрость здесь, потому что королева жезлов в любом случае, она та еще ведьмочка. В классических колодах она всегда с черной кошечкой сидит, то есть какие-то потусторонние силы в ней имеются. Вот ее эти внутренние качества, они могут помочь этому мужчине меняться. Ее уверенность, ее... где-то непререкаемость, но в то же время ее мудрость и нежность. Здесь к мужчине нужно будет заходить, скажем так, не с одной стороны, да, где-то нежно, где-то уговорами, где-то просьбами какими-то, где-то каким-то жестким словом, и вы увидите, что он будет меняться. Да, не по щелчку пальцев, и кто-то мне скажет, что я не хочу, да, я столько ждала, и... Тут получается еще ждать, и я с вами согласна, но на то здесь карты и показывают, что здесь 50 на 50. Кто-то из женщин скажет, да зачем мне это надо? Все, я посмотрела уже все, я увидела, больше я подобного не хочу. Но я знаю, что у меня есть девочки, которые готовы сохранять отношения, которым этот мужчина очень нужен. И, конечно, она скажет, да, я попробую. Что еще можно здесь сделать женщине для того, чтобы этот мужчина наконец-то начал меняться? Потому что его изменения здесь тоже очень-очень важны. Его вклад в том, что произошло, здесь большой. Что еще может сделать женщина для того, чтобы у нас мужчина менялся? Вообще, девочки, вот посмотрите, здесь есть некая конкурентная борьба. В свое время вы дали мужчине понять, что он для вас самый лучший, самый ненаглядный, самый-самый, и никто, кроме него, вам вообще не нужен. И этим мужчина расслабился, то есть ей никто не нужен, там, а может быть, она там никому не нужна, и, соответственно, моя женщина, там, моя добыча, мой трофей. Он рядом со мной, никуда не денется. К тому же, боясь меня потерять, вот многое-многое терпела. Почему бы нет, а? Почему бы дальше не продолжать в таком контексте? Так вот, мои хорошие, я вам скажу так, что первое, здесь нужно полюбить себя в любом случае. И многие моменты, которые были позволительны, не позволять, да? Не позволять плевать в душу, не позволять вытирать о вас ноги. Но это не во всех ситуациях, но
Тот, кто себя услышал, у кого ёкнуло в душе, тот себя узнал. А во-вторых, вот создавать иллюзию, что этот мужчина единственный и самый главный, вот это было опрометчивой ошибкой. Женщина здесь должна создавать конкурентную борьбу, конкуренцию для вашего, пусть он единственный, да, пусть он самый-самый, и вам действительно никто не нужен. Но принимать комплименты, принимать там взгляды, принимать внимание от других мужчин, вот это то, что поможет ему наконец-то раскрыть глаза. Он засиделся, он расслабился, то есть мало того, что что-то он имеет, какую-то зону комфорта, так и еще и вы, и никуда, как он понимает, вы никуда не денетесь. Так вот, здесь действительно, какие внимание других мужчин, оно очень поможет. Поверьте, пожалуйста, что женщина, на которую есть спрос от других мужчин, для своего единственного мужчины она гораздо важнее становится, гораздо красивее и так далее, и так далее, и так далее. И вот этой вот борьбы конкурентной, да, вот между мужчинами, чтобы он чувствовал такой, знаете, вот флёр, такой эфир соперника, я здесь не наблюдаю. Конечно, здесь не говорится о том, что вы должны там налево-направо там свидание с другими мужчинами, там переписка. Нет, нет. Но тонкий флирт такой вот безобидный, да, вот внимание других мужчин. И, конечно, что если вы немножечко подзабили на себя, там внешность запустили, там маникюр и так далее, и так далее. Мои хорошие, я сейчас проговариваю абсолютно банальные вещи, и они не для всех отыграются, но до чьего-то раненого сердечка я достучусь. Да? Украсьте себя, сделайте себя такой, которую вам хотелось бы видеть в зеркале. Такую женщину, на которую вот вы, будь мужчиной, вы бы обернулись. Там фигура и так далее, спортзал, йога, да все что угодно. Сделайте для себя такой, которой бы вы нравились. И поверьте, как только вы начнете любить себя, а здесь про любовь к себе мы говорим, да, то есть мы создаем конкуренцию, мы любим себя. И поверьте, как только вы очень сильно начнете любить себя, вас будут любить все другие. И самое главное, тот человек, о котором больше всего волнуетесь, переживаете, да, плачете, где-то страдаете, он точно, и причем он самый первый, обратит внимание на ваши какие-то перемены. Потому что такая, как вы с ним были, он вас знает. И вот он результат. Соответственно, чтобы что-то поменялось, вы и внешне, в том числе, здесь должны поменяться. Все начинается с нас. Не зря поговорка, да, а начните с себя. Она не только в русле того, что там не мусорьте, да, там и так далее, и так далее. Нет, она глубже, она говорит о том, что те изменения, которые мы хотим, чтобы пришли в нашу жизнь, они должны начаться с нас. Меняется что-то внутри и внешне в нас. Мы начинаем по-другому себя оценивать. И, соответственно, события вокруг нас тоже начинают меняться. Не забывайте себя любить, не забывайте себя баловать, не забывайте делать себе подарки. Потому что без этого и ваш мужчина не особо-то здесь будет торопиться меняться ради вас. А тут, получается, он увидит ваши изменения. Он увидит, что кто-то здесь действительно уже выстраивается в очередь за вами. Ему это не понравится, так как собственник, так как он привык, что все для него, а тут вдруг раз, и вас могут просто из-под носа увести. И вот он наш рыцарь кубков. То есть в нем проснутся чувства, в нем проснется сознание, конечно. Он захочет проявлять больше знаков внимания к вам. Ему будет очень интересно, а что с вами, а кто у вас, а с кем вы общаетесь. И, конечно, его вот это бдительное внимание в ваш адрес не может пройти бесследно внутри него. То есть он будет понимать, что зачем-то он о вас переживает, да, зачем-то он вас охраняет, зачем-то его почему-то волнует, там, куда вы так нарядились, там, с кем вы сейчас по телефону общаетесь, и он вам звонит, там, у вас занято и занято, занято и занято. Не обязательно рассказывать, что вы, там, я не знаю, там, с подругой, там, с дочерью, там, с сестрой общались. Но дать ему понять, что помимо него у вас тоже есть дела, и тоже есть чем заняться. И давайте совет карт посмотрим, что еще посоветуют вам карты. Но мы знаем, что совет в любом случае это дело номинальное. Прислушиваться или нет, здесь каждый решает сам. Я посмотрю совет карт. Черт.
четко здесь карты говорят. Вот подбейте дебет с кредитом и посмотрите, что вас устраивает, а что вы категорически больше не будете принимать. Здесь слишком добренькой быть не получится. И по отношению к себе здесь прежде всего. Подумайте, чего вы больше в этой жизни позволять не будете, с чем вы больше мириться не будете. Ну и, конечно, здесь, если в плане отношений, а действительно ли это тот мужчина, ради которого здесь нужно ждать, чтобы он сам готов был меняться, создавать конкурентную борьбу. Но одно я скажу точно. Вот меняться в лучшую сторону нужно ради себя обязательно. Неважно, там, связано это с мужчиной, нет. Будьте, мои хорошие, всегда красивыми, всегда сногсшибательными. Выглядите всегда так, что, подходя к зеркалу, вам не хотелось быстрее отвернуться, да, там, ой, там морщины, ой, там круги под глазами, вот. А вам захотелось еще там лишнего чуть-чуть румянца добавить, да, там губы подправить, там где-то стрелочка там у вас потекла, все сделать, там или локон там непослушный выбился. И поверьте, как только вы будете довольны сама собой, у вас тоже многое-многое будет меняться. Любите себя, пожалуйста, и будьте любимыми. А, кстати, кто еще не смотрел видео про новогоднюю ночь, его мысли о вас в новогоднюю ночь, это будет здесь. Все, мои хорошие, встретимся с вами в новом видео с наступившим вас 2023 годом. Всем пока-пока.